Аргентина, Дакар 2016. В категории продакшн доминируют, как всегда, Тойоты. Мы получаем много вопросов. А где же Денис Березовский на новом Nissan Patrol 62? Мы знаем и знают все, что в этом году Денис выполнил программу «Максимум» с Игнатом Фальковым. Они выиграли Кубок мира. Это был наш большой результат, большой работы. И на Дакар планов не было в этом году. Но в следующем году, на чем бы ни выехал Березовский, мы возьмем Дакар. Вперед, Казахстан!